где ты, мой милый? Здоров ли конь? Как на чужбине климат? Свечку зажгла у святых икон, а на душе тоскливо. Снился мне ночью неравный бой ты, а вокруг арабы. Чувствую, милый, беда с тобой. Чувствую, рядом бабы. Снилось мне ночью, что ты в плену. Сердце от боли сжалось. Хочешь, мучителей прокляну. Им затуплю кинжалы. Кабы могла твою боль унять, всю забрала тогда бы. Вот только предчувствие у меня. Чувствую, рядом бабы. Снился мне ночью девятый вал. Страшная непогода, видела, как ты держал штурвал и уходил под воду. Чувствую, выброшенный волной, плачешь под баобабом. Выжил один ты, а все равно чувствую, рядом бабы. Я же говорю, бабы, я думала, хоть сюда приду, будут одни мужики. Так нет же, одни девочки. Спасибо вам, девочки, за то, что вы любите современную поэзию. И у нас есть даже цветочки. Как это называется? Визитная карточка. Я поэт. Зовусь я Цветик. Я пишу стихи в соцсети. Наша Таня громко плачет, для ВКонтакте будет так. Наша Таня громко плачет, Таню бросил взрослый мальчик, потому что малолетка, какой же он мудак. В Инстаграме будет так. Наша Таня громко плачет, кофточка на ней Версачи. Доставляем из Парижа, о цене писать WhatsApp. И спасибо Люде Рыжей, мастеру по волосам. Для Фейсбука. Плачет Таня, мячик тонет, как Титаник. Посадили Мишку на кол, и коррупция во всем. Таня, мы тебя спасем. Быть поэтом очень просто. Я надеюсь на репосты. Можно отмечать подружек. Можно просто ставить лайк. Чмоки-чмоки, все дела. Аня просила Бога, Господи, дай мне мужа. Трижды я причащалась, совесть, что хлорамин. Автомобиль без крыши все еще очень нужен, только супруг важнее, Господи, дай аминь. Верю в Тебя, Всевышний, в мудрость Твою, в силу. Знаю, сидишь на троне в розовых облаках. Нужен супруг богатый, любящий и красивый. Бедных, скупых уродов просьба не предлагать. С неба спустился ангел и уточнил детали. Вашей мечте о муже требуется простор. Если хотите, Аня, чтобы вам быстро дали, знайте, пути Господни — это не Apple Store. Парни, идите телефоны, чтобы размер экрана, всякие там блутузы или 4G. В мире мужчин и женщин нет комплектаций, Анна. Парни неповторимы в каждом. Живая жизнь. Можно хотеть героя, можно хотеть красавца, принца. Довольно редкие, впрочем, и принцы есть. Но никаких гарантий, что не начнут кусаться. В ком-то сильна гордыня, в ком-то простая спесь. «Ангел!» — сказала Аня. «Речь о семейном счастье. Если не будет счастья, сразу скажу развод. Ради обычных смертных стоит ли причащаться? Трижды я причащалась, селфи причастие». Вот. Я в обращении к Богу в точности указала, кто мне по жизни нужен и за кого пойду. Я же не ем мучного, не выхожу из зала, разве не очевидно, я дорогой продукт? Столько несчастных женщин в мире ревет и стонет, главное ведь не замуж. За кого и как? Я изучила рынок, знаю, чего достойна. Внешне совершенно, внутренне глубока. Ангел сказал,
Понятно. Стало быть, все и сразу. Будет вам идеальный муж голубых кровей. Дайте одну минуту, я обновляю базу. Запоминайте номер очереди своей. Можно набить на теле, можно на камне высечь. Главное, не забудьте, не повторю опять, номер... 100 118 84. Ой, извините, 5. Номер 100 118 085. Ваш номер, Анна, посвящается всем Аннам на планете Земля, кроме вас, Анна. А мне просто должны были стульчик поставить, чтобы я так облокотилась. Ну, можно попросить? Просто семейная жизнь, это, знаете, так легко, что нужно всегда иметь опору. Помнишь, к однокласснице ушел школьный, а потом вернулся и принес шубу? Мне, конечно, милый до сих пор больно. Но и шубу тоже до сих пор ношу я. А когда с танцоршей загулял, пошлый, мне купил машину, чтобы опять вместе. Выходка с танцоршей навсегда в прошлом. А машина вроде ничего, ездит. В августе бухгалтершу свозил в Канны. Хоть ее открыто называл серой, мне, чтобы извиниться, подарил камни, 3 карата в перстень и по 2 серьги. У меня истерика, хожу, плачу. Я же не представлю, как тебе стелет. Радует одно, что отписал дачу. Это за рыбалку и за ту стерлить. Не могу привыкнуть к твоему блуду и заставить саблю положить в ножны с горя. И подтечную взяла в суду. Значит, 10 лет еще прощать можно. Хочешь крепкого? Выкроим выход.
выходной все, что не клеилось раньше скрепками, соединим в одно. Я же читала про бедных девственниц и про кровавый душ. Может, по-простенькому, инъекции, пудра, помада, тушь, может, останешься даже временно, даже на пару лет молодость. Милая, современная, слышишь? Садись уже, садись. О, девчонки видел какие? Вообще место хорошее. Место хорошее. Не воспитайте мальчика козлом, зацикленным на сексе и продажах. Пусть даже вы и женщина с веслом, но все-таки вы женщина, мама. Мамаша! Ведь каждого злодея-мудака, идущего в припрыжку с сеновала, старушка-мать качала на руках и в розовую жопку целовала. И говорила: деточка, ты знай, все женщины хитры, меркантильны, они колдуют, чтоб пришла весна, и заставляют, чтоб за них платили. Тебе я настираю труселей, борща насыплю в банку от горошка. Ты самый лучший мальчик на земле. Твой папочка гондон, а ты хороший. И деточка, впитавшись с молоком концепцию обиженной мамаши, растет самовлюбленным мудаком, зацикленным на сексе и продажах. А Таня хочет замуж за миллионера, так же, как Оксана, Наташа и Вера. А Маша хочет замуж за Брэда Питта, особенно, когда две бутылки распита. А Катя хочет замуж за футболиста. Сама она подсушена и мускулиста. Она постит в сеть эротичные видео, но только у нее ничего не выйдет. А кто выйдет замуж? Наверняка лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудаков. А у вас от этой песенки дыбом волосы, а у меня, естественно, нету голоса. И это бесконечно тупое видео. Но я не собираюсь на Евровидение, а я вообще никуда не собираюсь. А у меня есть штопор и ящик с опирами. А кто не знает, Сапирави — это винчик. А выйти замуж — это инск-тинчик. Ведь кто выйдет замуж? Наверняка лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая ставит реальные цели. Ведь каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но... это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудаков.
глубокой ночи освещает плед квадрат моего экрана. Я помню, мне было 15 лет, и не было Инстаграма. Не ставили лайков на мой живот, красивый и очень плоский. И был 90 какой-то год, и спирт на разлив в киоске. Паленого спирта текла река, кассетник ругался фоном, я видела только издалека мобильные телефоны. У хмурых братков и роскошных дам в ботфортах на босу ногу. То были отчаянные года и культовые для многих. Кого-то убили, а кто-то скис от мака или от водки. Папаши чинили свои носки, мамаши свои колготки, подростки лечили свои угри и много воображали, а Танька учила меня курить у школы за гаражами. Мы столько не знали о соцсетях, фолловерах или троллях. Мы с Танькой хотели курить в затяг и шибались без контроля. Все было понятно, что жизнь — игра, а Пашка Карманов — гений. И нам показался бы Инстаграм какой-то дурацкой хренью. А Пашка Карманов читал с трудом и тырил в трамваях цацки. На трубах в подвале устроил дом и всех угощал по-царски. Он пел о принцессах до хрипоты, как хочется целовать их. И лезли на песню в подвал коты и грелись на стекловате. И капало с этих горячих труб, и пахло довольно гнусно, и будь у меня хоть какой ютуб, вы б знали его искусство. Поскольку на Пашку ходили все, спускаясь во тьму и влажность, и Пашка бы точно тогда не сел за чей-то пустой бумажник. Сегодня в сети всевозможный шлак и много хороших песен. Я Пашку искала, но не нашла. Наверное, мир не тесен. Звенел алюминий Wi-Fi антенн, гудел мировой процессор, вбивала хэштеги, валил контент. Но только не те принцессы. А тех из подвала простыл и след, и это ничуть не странно. Принцессы рулили в 15 лет в эпоху без Инстаграма. Жизнь дана, чтоб ею наслаждаться. Свежим хлебом, раннюю весной, месяц по ночам выходит в штатском, чтобы не спугнуть веселых снов. В первых чувствах, в радости причастий, в добрых людях, встреченных в пути, столько ненавязчивого счастья, что его не тяжело нести. Кто-то говорит, что счастье кратко, души их ленивы, как и плоть. У вулкана остывает кратер, но в груди по-прежнему тепло. Это ли не главное богатство? Это ли не Божья благодать? Ни одной конторе адвокатской сломленных людей не оправдать. Ты не слушай их рекомендаций. Сломленные люди часто врут. Жизнь дана, чтоб ею наслаждаться. Это труд, но благородный труд. Спасибо большое. Спасибо. Счастья большое. Вам. Любви, наслаждайтесь жизнью, у вас прекрасная, теплая компания. Любите друг друга, будьте счастливы. Спасибо. Спасибо за эту встречу.